Акцент на развіццё палескага рэгіёна. Старшыня Савета Рэспублікі Наталія Качанова з рабочым візітам наведала Петракаўскі раён. У пасяджэнні прынялі ўдзел памочнік прэзідэнта, інспектар па Гомельскай вобласці Сергей Барташ, старшыня абласнога савета дэпутатаў Кацярына Зінкевіч, кіраўнікі рэспубліканскіх і мясцовых органаў улады, міністэрстваў, прадпрыемстваў і дэпутаты ўсіх узроўняў. Цэнтральнай тэмай абмеркаванняў сталі рэальнасць і перспектывы дынамічнага развіцця палескіх тэрыторый і павышэнню іх эканамічнага патэнцыялу. Перед пленарным посяджением представники улады ознакомились с экономичным житем Петриковщины. Горно-обогачальный комплекс товариства «Беларусь-Калий» запустили летом минулого года. Он дал штуршок развитию города. Петриков прирос 10 шматповерховыми домами на больше, чем 300 кватер. Для райцентра объем фантастичный. Так само з'явился интернат, дошкольный центр развития дитяти. Микрорайон Паўночный – выдатный приклад развития инфраструктуры города. Идеальный узор того, как повинна развиваться территория вокруг города утворального предприемства. Особливый гонор – физкультурно-оздоровленчий комплекс «Припять». Это у нас единственный такой большой спортивный объект в городе. Здесь проводятся и районные турниры, и открытое первенство района, областные соревнования. Также здесь проходит чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд первой лиги. Вот этот подарок, который был сделан нам в 2019 году, был очень важным для всех жителей города, для наших детей. Благодаря этому у нашей спортивной школы повысились спортивные результаты. Мы выражаем всем людям, которые причастны к строительству этого объекта, большую благодарность. Тут каля 270 выхованцев, из яких каля 80 сельской мясцовости. Развивают 4 виды спорту – футбол, волейбол, легкую и тяжкую атлетику. Вы где учились? Откуда? В ГУФК. Я сама отсюда. Я занималась в этой же спортивной школе. Я поступила в училище Олимпийского резерва Гомель. Я играла там в команде. Потом я поступила в ГУФК. Закончилась? Да, на тренера и приехала. Молодец. Молодец. Гэты шматфункцыянальны фізкультурна-аздараўленчы комплекс адкрыты ў 19 годзе. Сапраўднае сэрца спартыўнага жыцця горада, якое прыцягвае не толькі дзяцей, але і дарослых. Падчас пасяджэння савета па ўзаемадзеянню органаў мясцовага самакіравання абмеркавалі развіццё тэрыторыі і павышэнне эканамічнага патэнцыялу рэгіёнаў. Стварыць камфортныя умовы для жыцця людзей – галоўная задача органаў мясцовага самакіравання. Тэма павышэння эканамічнага патэнцыялу раёнаў вельмі важная. Такі акцэнт зрабіла старшыня Савета Рэспублікі Наталя Качанова і адзначыла, што ў Гомельскай вобласці работа наладжана правільна. Здесь люди і самі заботяцца о том, што ўже зделано, потому што, понятно, определённые средства затрачивает на это государство, областной исполком, выделяя средства на наведение порядка, развитие инфраструктуры в таких регионах, местные органы власти. Но вместе с тем все это было бы невозможно без решения вот этих совместных задач вместе с людьми, которые живут здесь. И поэтому, вы знаете, я оцениваю очень высоко работу местных органов власти и, самое главное, депутатского корпуса. Так само Наталья Качанова наведала Национальный парк Припятский. Еще один приклад того, что на Полесье живут соправдные умельцы, творчие и добрые люди, которые рупливо заховывают белорусские традиции и неповторную природу. У ближайшей будущине промысловый потенциал району дополнит цех вытворчасти пилетов. Это 20 новых працовных местцев. Даденный проект включены в инвестиционную программу Гомельской области на 2022-2024 годы. Марина Васильева, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель», Петриковский район.